Суббота в Самарской области безоблачно и без осадков. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23, ночью 11-13, выше 0. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. В Сызрани безоблачно и без осадков. Днем плюс 21, ночью плюс 13. Восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти солнце, днем 21, тепла, ночью 12, выше 0. Восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 21, ночью 12, тепла. Восточный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 37%. Малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.